Взяла блинчики с медом. Мед такой светлый и темный, два сорта. И взяла ананасный сок, такой натуральный, морковный. Зеленый я уже один выпила. Ну все. Яичницу покушала. Омлетик. Ну, сейчас кофе попью еще. Все. Сидим, завтракаем. Сейчас пойдем на море. Так классно вообще. Вот правда, я бы не сидела бы. Мне так здорово. Вот набрала целую тарелку фруктов. Сейчас буду есть. Представляете? Обжорство. Сок еще не допила. Апельсинчики. Это нет, это мандаринчики, да, у них такие. Такие вот мандаринчики. Очень вкусные, сочные. Ананасик, дынька. Вот это я не знаю, что за фрукт. Вот этот вот. Что за фрукт? Не знаю, короче, это манго. Такое они кусочками все режут. Это маракуйя или как? Папайя, наверное. Папайя, да? Это папайя. Ну и манго. Ну и арбузик, естественно. Все вкусненько, так ананасик. Сейчас будем кушать. Обжираться, да, Пашка? Это ужас. Ой. Нам час надо, чтобы мы позавтракали. Да? Наверное, больше даже. Сейчас пойдем в ресторан запишемся. Американский, наверное. Попробуем. Там шницеля вкусные. Или там как? Шницель, да? Нам сказали, поэтому пойдем попробуем. Сегодня вечерочек. Солнышко сегодня хорошее. Тучек мало, небо ясное. Коктейльчик взяли. Вкусненький такой. Идем в баре. Тихий час. Всех тихий час после обеда. Да? Все, мы тоже покушали, пообедали. Так здорово. А гуськи тут купаются. Ну как. Ой, как хорошо. Вот счастливые, да? Как им тут и жрачка, и купайся себе. Ой, как. Ой, как хорошо. А эти лапки оттопырили, стоят. Ой. Проснулись, ага. Точки жарко, смотри, как дышит.